Доброе утро, страна. Доброе утро, зарубежье. Мы все сонные, но нам готовят сырники. Специалист по сырникам. И рыболов, и специалист по сырникам. Да. И садовод. На ужин рыбу будет. На ужин рыбу, да. Господи. Вчера ловил, я выхожу, время 12. Он ловит в этой игре. Бесполезная игра. Рыбы-то нет? Ну вот обещал пожарить, не досластила. Обещал пожарить рыбешечку. Траву ест? Траву. О, значит, она что-то себя не очень хорошо почувствовала. Ау. Да, конечно, блин, куриные кости нажраться из пакета с мусором. Да ты что, откуда ты узнала? Господи, что там узнавать-то? Ну это было еще за 2 дня. А, так она, видимо, плохо себя чувствует. Наверное. Я не знала, какой у тебя мешок сахара. Самый большой. Ой, не сахара этого, песка. Самый большой, песка. Ой, чая. Ау, я еще сплю. Самый большой. Я когда почувствовала запах сырников, я все, я потеряла дар речи. Угу. Волю к победе. Понятно. Такой факт у тебя. Магия даже не нужна, чтобы врага побежать. Нажарил сырник, и все таки. Да, и все. Слюна только да, течет. Да. Угу. Только надо сгущенку. Пришел домой пьяный в хлам. Ничего не надо говорить. Пошел и сырник пожарить. Да, да, а пьяный в хлам пожаришь ты сырников. На утро. Ты когда пьяный в хлам приходишь, ну это бывает очень редко, ты ложишься спать, в том-то весь и фокус, в том-то и твоя ценность. Что, и сырников не жарю? Нет, не жаришь, ты знаешь. На утро, значит, надо жарить. Разуваешься, проходишь. Прямой наводкой. Прямой наводкой к дивану. Там хорошо, там мягко. Там хорошо, там мягко, там тепло. И тут же слюни, сопли по подушке, и все. Там не штормит. Не, там не. Доброе утро, страна. Доброе утро, зарубежье. Так, сейчас у нас жарко. Здесь в теплице очень жарко. Я приду сюда ближе к вечеру и буду вот это все убирать. Все это буду убирать и буду сажать огурцы. А сейчас в течение дня, помните, как я вам говорила, старый бабушкин способ проращивания огурцов. Сейчас найду семена. Ой, укроп зашел. Найду семена, положу его к себе вот сюда и буду ходить греть. Весь день. Вот. Ну, а потом вечером займемся. Так. Сейчас в парнике просто невозможно. Там очень-очень жарко. Значит, ближе к вечеру. Я там посмотрю. Может быть, я открою вторую дверь. Пусть проветривается, потому что сегодня тепло. И, может быть, даже сейчас зайду в парник. Посмотрим. Так, цветет. Я вот просто думаю, с чего начать, то что не знаешь, за что схватиться. Или сесть вот здесь сейчас и продернуть и прорыхлить клубнику, эту грядку и ту грядку, где виноград. Помните, там же тоже клубника, ее тоже нужно всю продернуть. Сейчас, ребят, соображу, потому что не знаю, за что схватиться. Вчера и тут хваталась, видите, трава лежит. И вот тут хваталась, трава лежит. Это я сегодня все уберу, потому что вот здесь еще продернула травку, а не тяны глазки. Какая красотища! Ну какая красота! Прям необыкновенная. Наверное, сейчас на улице сначала начну, но не на солнышке, а в тенечке. Иначе очень тяжко будет. Сейчас возьму коврик. Так, и буду передвигаться по тенькам. Придется, знаете, тут чуть-чуть, там чуть-чуть, потому что где тенек, там и надо находиться. Очень уж жарко. Все, пошли мои сладкие переодеваться. Надо опрыскивать. Уже на розах появилась тля. Смотрите, видите? Ну, это я попробую Бориса озадачить, чтобы он к вечеру все это опрыскал искрой. Он опрыскивает искрой, он любит искру. Так, здесь у меня еще сохранился фиолетовый дельфиниум рядом с розой. Это с этим я тоже разберусь. Так, ладно, тенька тут практически нигде нет. Вон там под яблоней. Вот туда сейчас и пойдем. А сейчас пошли переодеваться и приступать к работе. Приятной, захватывающей работе. Здесь еще тенек, здесь тоже можно будет
лилии освободить от сорняков, тоже продернуть. Так, про клематис я уже сказала. Кто хотел клематис, напишите. Иначе отдам первому попавшемуся зрителю, кто захочет. Так. Так, Люба, хватит, иди переодевайся. Все, пошла переодеваться. Давайте, мои сладкие. А это что тут торчит? Это кто? Это кто тут? Не пойму. Надеюсь, не конопля. Да нет, вроде. Не знаю, сорняк, наверное, какой-то. Напишите, если я до него сегодня не доберусь. Напишите, что это у меня тут такое. Крокодильчики не цветут уже который год. Просто так, вот растут и все. Все, пошли переодеваться, хватит. Вот, смотри. Вообще не отмывается ничем. А ты чем моешь? Впиталась. Я мою хлорной фигней. А, не так надо. Надо нанести и оставить. Да, я понимаю, ну, может быть. Но оно стекает. А где хлорная фигня-то? Покажи. Ну, там. Покажу потом. Угу. Обязательно. Вот. И обычно как-то раз-раз-раз и все. Тут угу. Что-то прям в какой-то бывает, оно в пластик впиталось. Оно, в принципе, впитывается. Можно этим, как его, шкурочкой? Не шкурочкой, а как она называется-то, господи? Пемолюксом. Ну, да, сейчас, наверное, так и сделаю. Прям вниз капает все это дело. Угу. А с бачка, видишь, как течет? Смотри, холодная вода. Да. Жмут испарина какая. Я пошла переодеваться, и я пошла в теньке. Бесит меня. Бесит? Фигня, да. Ну, давай, ты как это, как баба Галя. Да. Давай, три. Я пошла переодеваться и на грядке. Если что, я на улице. Давай, а ты у нас как кто? Ты на грядках все время, а я все время тру. Да. Это у нас ты как кто? А я не знаю, кто я у нас кто. Так делал? Не знаю, у нас? Никто у нас. Ты у нас и дачи-то не было, конечно, только появилась. Не, ну в деревне может быть еще что-то такое. А бабушка с удовольствием Галя тоже и там, и тут. Да? Она готовить не любила. Я готовить терпеть не могу. Ну вот. Убейте меня, я лучше буду тереть весь день. Ты моя баба Галя. Любименькая. Все, пошла переодеваться. Давай, давай. Давай, подерутся. Не подерутся. Спасибо за сырники, говорю. Пожалуйста, на здоровье. Кушайте, не обляпайтесь. Кушайте. Не обляпай. Что ж ты меня топчешь-то, а? Сегодня, ой, ой, смотрите, какая красота. Сегодня весь день очень жарко, очень жарко. Ну вот бассейн вам покажу. Уже не такой грязный, мутный. О, смотрите-ка, сколько насобирал. А там будет внизу пылесос. Вот эта штука шумит. Ну тут Алла заправляет. Я с этим делом... Так скажем, прямо незнакома. Это она тут все. Немножко подергала. Самую малость. Очень жарко сегодня вообще. Вчера ливень был, сегодня жарень. Так, вот этим надо заняться, но тут солнышко. Нет, пока надо отдохнуть. А то так можно и коньки откинуть. Так, щи я сварила, орхидеи поливаю. Там разводят наших рыбаков. Рыбаков. А, Диму на качели увели, папа здесь стоит. Вижу. А то тут столпились вдвоем. Также стукни себе подушки справа. Не возвращается. Ну, не кулаком же. Пойдем. Не, я все. Да. Да. Дима, будешь щи кушать? Не, спасибо большое. Борис, ты щи будешь кушать, да. Борис? Из щавеля. Щи будешь кушать? Буду. Наливать тебе? Алюня, Машу потом позовешь, я Машу тоже наливаю. Давай. Ага. Да. Это я не знаю. Это вообще. Господи, с этой рыбалкой. Так, все, ребятки. Сейчас всех буду кормить. Сделала мазилку. Помните, мы с вами делали из чесночных стрелок? Они у меня были заморожены. Все, перемешала с майонезом на хлебушек. Ой, вкусно, сил нет. Сейчас Маруська обрадуется у меня. Что-то, ребят, нас всех сморило. Я не пойму, в чем дело. Лежала-лежала, смотрела в окно, стало холодно. Ты видел, что творится? Так это уходит. Это уходит? А я думаю, что так холодно? Посмотрите, чернота какая. Я даже замерзла в комнате, пока лежала. Ты уверен, что это уходит, что это не к нам? Я верю Яндексу. А я не верю Яндексу. Ближайшие 2 часа, сад, ну, ожидает. Ой. Вот, видишь? Где? А, да, уходит, глянь-ка. Да, уходит. Ну, что-то она какая-то холодная. Борь, холодно-то как стало, а?
Я прям замерзла. Это я лежала, может, замерзла. У нас наступил вечер, и Борис у меня опрыскивает вишни. Я вам тлю показывала. Вот он опрыскивает. Вот эту, наверное, еще не опрыскивал. А может, только с одной... А, нет, опрыскивал. Листья мокрые. Опрыскивал. Все опрыскивал. Ребят мои сейчас собираются и поедут в путешествие. Ни одну не пропустил? Обижаешь. Обидеть мастера нетрудно. Тщательно опрыскивает. День сегодня, конечно, был очень жаркий. Ничего делать не хотела. Сейчас к Любаньке зашла. Вот, она говорит, солнце ушло, и я, говорит, начала работать. Ну, я сегодня немного сделала. Прям скажу, вот освободила кусты крыжовника от травы. Освободила розу, чтобы она росла нормально. И вот тут у меня сидит рассада смородины черной, которую я сажала в прошлом году. Это живая. Это, ну, у этой какая-то веточка. Нет, это, ну, это не живая, это уже все. Ладно, это тоже живая, две получилось. Вот это не живая, и вон вдалеке живая. Вот такая. Ой, вот это не подергала. А так, в общем-то, освободила. Все. Мало, потому что очень жарко. Жарко прям, ну, думаю, уже все. Погрузка идет. Ой-ой-ой-ой-ой. Остаемся здесь с Маней, с Борисом, с двумя собачками. Но я тоже скоро соберусь, ребят, в Москву. Надо доделывать дела. Хотите, давайте посмотрим, что там с бассейном. Я вам показывала уже. Сейчас хочу даже сама посмотреть, заметны изменения или нет. Заметны. Заметны. Вон, видите, видны квадратики. На дне пока грязно. Это пылесос будет работать. Мороз пришла прощаться с родителями. До свидания, до свидания. Хотела вот эту смородину выкопать. Алла не дала. Говорит, Мария ее любит. Любит, не буду выкопать. Да, качели мамины. Вот эту хочу выкорчевать. Не нравится она мне. Она все равно вся горит. Хоть она была укрыта, но она все равно вся горит. Это, вот, убрать ее хочу. Загрузка. Не будет ее здесь. Ворота. Какие инструменты у нас должны быть с собой? Голова. Инструменты, а не органы. Голова. Инструменты. Процесс воспитания длинноногого ребенка. Верни мне тапок один. Верни мне музыку. Такой потяжелее, который был. До свидания. Ропа, дай право. Это левая. Левая, да. Слышу от бабушки с дедушкой жалобы на тебя. Приеду. Поняла? В бассейне всплывет на байдарке. Такой тебе устроит. Стой, стой. Господи, Марья. Живи теперь с этим. Так он с этим и живет. Поедем. Все, поедем. А где папа? Папа опрыскивает там. Идите, попрощайтесь. Вот он, папа, они уезжают. Куда? Туда. Увидимся на берегах первого уровня. Давай. Ухо. Да. Ухо дай. Дай ухо. Это-то мы оставляем. Я рюкзак. Да эту мы и не отдадим. У вас там слишком много воды. Папа, дай ухо. Дай ухо. Ухо дай. Алюнь, ты чё? С собаками не попрощались. Хотела для Наташи, для своей показать виноград. Наташа, вот он какой. Смотри, смотри, смотри. Видишь, листики у него. Все, 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 все. Живой. Все как должно быть. А вот Наташа клубника, которую мы с тобой последний раз покупали. Вот раз. Вот два. Вот три и вот четыре.
Борис сажал, у него рука легкая. Дурачатся, вот дурачатся вдвоем. Дед с внучкой. В Москве поклон. Ну, с Богом. С Богом. Ручка. Пока-пока-пока. Пока-пока-пока-пока-пока. Господи, два клоуна, а? Два клоуна, что старый, что малый. Вон, Маш, даже шапку потеряла. А, до поворота машем ручкой, до поворота. Молодцова, отдельный подвод. Пока, 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 пока. Все, поехали, с Богом. Пойдемте. Господи. А, хотела сказать. Вот Лена купила землю. Это в парник надо будет таскать. Так что, ребята, одевайтесь завтра в рабочую одежду. Будем с вами перетаскивать. Доброе утро, страна. Доброе утро, зарубежье. Приступаем к парнику. Все, выдергиваем траву всю, удаляем. Добавляем землю, перекапываем и сеем огурцы. Пришлось немного отвлечься. О, там Светик косит или Макс. Ну что, помочь тебе? Ветки подержи. Сейчас этот сокольчик. А, хорошо, тогда порежешь. Ясно, позовешь меня из парника. Да. Вот. Я увидела, Борис пилу несет. И думаю, ну все, надо бежать. Нет, бежать не надо. Оказывается, он уже отцвел, когда я вам его показывала. Вот видите, потом уберу. Не сейчас, ребята, не хочу отвлекаться. Хочу сразу начать с парника. Жарко здесь, конечно, жутко, хоть и дверь открыта. Но делать надо. Так, ну что, траву я подергала, но это пока предварительное видео. Ребят, копалась, не могла понять. Слышу какой-то треск. Думала, Женя здесь. Смотрите. Видите? Сейчас я аккуратно возьму. Сейчас, наверное, выскочит. Ой, она застряла. Ребята, застряла малявочка. Так, а если за хвост начну тянуть, хвост отвалится, да? Сейчас мы с вами отрежем. Ребят, ну придется делать без вас. Маленькая, дышит-то как, господи. Так, отключаюсь, все, спасаем ящерицу. Все, слава богу. Вот сюда уронила ее. Разорвала аккуратненько, надрезала. Вот сюда побежала. Интересно, сколько же она тут была? Вон она, ребят. Вон она. Ой, ты моя сладкая. Ты моя хорошая. Да, застряла маленькая. Все, слава богу, живая. Все. Фу, продолжаем работу дальше. У нас УЗ садится солнышко. Солнышко закатывается. Так, у меня тележку надо убрать. Ну что, я сегодня, в общем-то, привела в порядок теплицу, но еще не подметала. Теперь мне нужно посадить вишню. Борис выкорчевал сливу. И я буду сажать вишню новую. Вот. Что у меня получилось? Ну, я думаю, нормально. Так, томаты Борис сегодня будет подвязывать, он их подвяжет. Все будет хорошо, удалит лишние пасынки. А я посеяла огурцы. Прям в грунт, вот так, где песок, там у меня сидят огурчики. Потом продерну через один. Они у меня и так редко сидят. Этот выдерну, этот, ну, смотря какие взойдут, и перетасую их. Вот, в этом году попробую сажать огурцы меньше на грядку, чем сажала ранее. Так что эксперимент. Здесь посеяла укроп и посадила базилик. Вот такой фиолетовый. Два стаканчика с рассадой у меня были, я сюда и посадила. Еще остался лук, но как только Борис подвяжет томаты, я сюда посажу по краю вот так вот лук оставшийся. Ну, в общем-то, в принципе, ребята, и все. Слава богу, с теплицей справились. Осталось только подмести. Вот здесь оставшийся лук. Я его потыкаю на перышки. И все. А сейчас пока уберу в теплицу. Ребята, еле передвигаюсь. Ой, я за сегодняшний день...
Нет, не буду. Да, да, пусть собаки гуляют. Да, я поняла. Да. Нет, Борис мне говорит, дверь не оставляй открытой. Так, ну что, вишню я посадила. А, сказала, целую бутылку кваса выпила, пока сегодня работала на жаре. Литровую. Все время хотелось пить. Ребят, еле двигаюсь. Завтра будет не очень хорошо. Так, вот посадила я вишню. Шикарный сорт, слышала о нем, которая не болеет. Так, сейчас, ребят, наклонюсь. Ой, скажу вам сорт. Так, называется вишня Аморель. Аморель. Говорят, есть морель. Это та, которая болеет. А аморель, говорят, не болеет. Потому что вечно у нас эти кокомиозы, какие-то миозы у вишен в Московской области. Так, сюда посадила два княжика. Помните, как я и говорила? На иву. Ива то загибается, то не загибается. В общем, тут будут сидеть два княжика и будут цвести. Один вот такого цвета. Это клематисы. Так, а другой сейчас покажу, какого цвета. Я же вам не показывала. По-моему, нет. Сейчас у меня тут провод мотается. Так, положим. Вот. А другой княжик вот такого цвета. Это клематис. Ну, их в простонародье, по-моему, называют княжиками. Вот решили с Наташей завести себе по княжику. Будет виться, будет красиво на этой иве. Часть веток обрежем аккуратненько, чтобы было. Ну, когда она совсем завянет. Вот, вот у Оли-то она завяла. Оля ее покрыла лаком, и все, и отлично, и шикарно, и красиво. Все, ребят, на сегодня работы закончились. Сказать, что я устала, это не сказать ничего. Так. Ну, вроде как все. О, у меня красота растет, гляньте. Лопух. Ой, красота. Здесь еще пахать и пахать. С Иришкой как-то с помойки принесли чистотел. Так он теперь растет по всему участку. Ну, ничего, чистотел пусть растет. Очень полезное, полезное растение. Так, пойду принимать душ. Смыть с себя всю пыль. Видео для себя. Гортензия. Самарская Лидия. Вот она. Сидит под черешней. Вот здесь. И Ваньке решила зайти, но я думаю, что она обедает. Тетя Маша? Вот она, наша тетя Маша. Да. Здесь. Здесь. Перекочевали зиму. Чего? Переночевали зиму? Зиму перекочевали. Ага, перекочевали, точно. Бань. Вон они, мои сладкие. Кто соскучился, смотрите. Я говорю, все дождика жду. А его нету и нету. А его нету и нету. А с одной стороны, радуемся. Что нету, конечно. Да. Солнышко засветило. Точно. Совсем другое дело. А, красота какая. У Любаньки до сих пор тюльпаны цветут. У меня нет уже. Красные отцвели майские. Я их а у меня и желтые отцвели. А желтые почему-то у меня поздние. И вот у меня одни желтые. А у меня тоже одни желтые. Да? Есть розовые иногда, но на следующий год должны быть. Нет, красные элитные, а то были такие простые красные. Элитные. Ага. Так, как говорится, пораспихала. Хорошо-то когда, Любань? Молчи. Грусть. Когда солнышко. Ага. Когда солнышко, очень хорошо. Вот молния сломалась. Видишь? Ну ладно, сделаю. Не я буду. Хорошо, с Любашей поболтали. И с тетей Машей тоже. Сейчас иду к Зое. У меня у Зои там два моих растения. Мне нужно забрать их. Вот. И посадить в кашпо, в подвесные. Ой, смотрите, как красиво. На зеленом фоне забора смотрится у Зои лук декоративный, цветущий. Смотрите, какая красота. Ой, какие крупные. Обалдеть. Здорово, правда? О, медонос-то какой. Приехали наши сплависты. Сплависты, да. Ну, вот вода, смотрите. О, ну, конечно. Конечно. Ну как вам, ребята, водичка? Слушай, все дно чистое. Ты сколько раз пылесос менял? Ну, и не все. Ну ты все равно, ты сколько раз пылесос менял? Раз 70. Ну я серьезно.
Ну, раз 10, 11. Ну, точно. Видите, квадратики обалдеть. Видны. Пылесос до сих пор бегает. 20 градусов вода. Вчера была 21. Дима купаться полезет. Да, ты что? Ну, он утром на сетрет купался. Ой, ужас какой. Он вышел, говорит, я пойду умоюсь. Ага. Целиком будет туда. И умылся. Да. Ну, вот, может, поэтому и насморк. Так, я тоже. Сегодня много чего делала. Борис все шутит. Вот тоже обрезала розу, убирала траву с дорожки, чтобы она на дорожку не лезла. До конца еще не сделала. Вот эту розочку все обрезала. Не знаю, будет она цвести в этом году или нет. Так, вот до сих пор только дошла. Здесь с травой еще не боролась. Вот как-то так. Манюнин велик. Так, ой, сейчас, ой, зацепилась проводом. Ну вот, здесь тоже как-то вот так. Потихонечку уже мошки какие-то летают. Все, сейчас продолжу вот эту работу. Еще здесь чуть-чуть уберу травы, выброшу сухие обрезки от розы. Ну и вот дальше дорожку дойду, и на сегодня, наверное, все. Послушала рассказы моих сплавщиков. Интересно, как они там, ой, пороги проходили. Тут еще вот здесь и вот здесь. Там уже буду завтра. Ну, а пока только это. Все, продолжим. Вот наш с вами китайский пион. Смотрите, какой. Опять будет хорошее, красивое, богатое цветение. Увидим. Ладно, буду продолжать работу, буду продолжать бороться с травой, потому что вход... Ой, а тут у меня уже собаки копались. Вот здесь. Обе, причем и Женька, и Милка. И вон у меня сетка, видите, у пиона. Вот она. Сетку потом буду поднимать. Все, мои хорошие, буду продолжать работать.